одна вещь, которую вы бы изменили в прошлом человечества? 2 марта 1917 года. Если бы царь не отрекся, а проявил себя жестко и сохранил монархию, вся история Земли пошла бы иначе и лучше, чем она пошла. 3 отличительных черты математика. Отрешенность от мира. Обязательно, абсолютно. От мира, от денег, от таких вещей. Умение мыслить в чрезвычайно неожиданных направлениях. То есть вылавливать моменты, когда все мыслят некоторым шаблонным образом, и понять, как именно не шаблонно нужно здесь помыслить, чтобы достичь каких-то там новых прозрений. И третье, как у какое-то эстетическое чувство нужно видеть красоту в математике, которая выше, чем красота там самых великих картин. Вот, как бы эти 3 вещи. Кто ваш пример для подражания? Наверное, их, в общем, довольно много, но если брать там в России брать, то Лобачевский, если вообще по всему миру и, так сказать, за всю историю, то, наверное, Эйлер. Ну, в общем, они оба, на самом деле, русские. Эйлер, он стал совершенно русский в конце жизни уже.